уважаемые депутаты, аппарат городской думы, приглашенные. Я хочу выразить всей администрации слова глубокой признательности за совместную работу с вами. Я хочу пожелать новых успехов, избраться тем, кому хочется избраться, чтобы дальше продолжать то благородное дело, которым мы занимались в течение 5 лет. Многое сделано, я не буду перечислять такие достижения, как строительство и ввод в эксплуатацию детского садика, МФЦ, Пионерский парк, Центральный парк, который преобразился, набережная. Все это плоды вашего труда. Я всегда, как глава администрации, и все мои коллеги чувствовали вашу поддержку. Да, были у нас споры. Даже сегодня на последнем комитете бюджетном мы хорошо пообсуждали, но все равно мы всегда приходили и приходим к мнению такому, которое нравится городу и которое направлено на развитие города. Еще раз поздравляю вас всех уже с успешным, окончанием вашей депутатской такой высокой миссии, но я очень надеюсь, что многие из вас будут продолжать вот это нужное для города дело и развивать, прежде всего, город, развивать нашу молодежь, показывать ей пример именно беззаветного служения, своего патриотизма, как сегодня произошло на этом заседании дома. Спасибо вам.